Следят за стоимостью товаров, безусловно, все жители региона. И для нас есть вроде бы хорошая новость. Цены на продукты в Иркутской области снизились за месяц, правда, всего лишь на 0,2%. Подешевели, если так вообще можно сказать, самые популярные у жителей региона товары. Крупы, подсолнечное масло, курица, рыба, сахар и мука. А вот расходы на питание у нас с вами, по данным Иркутскстата, в марте существенно не изменились. Основные траты связаны с покупкой мяса, молока и хлеба. В ходе исследования выяснилось, что жителям города продукты питания обходятся на треть дороже, чем сельчанам. При этом последние чаще пьют чай с конфетами, а вот овощей и фруктов едят меньше.